очередной третий этап битвы корпорации у нас состоялся в последний месяц 2016 года. Мы в очередной раз были видеть лучших наших спортсменов, лучших представителей IT-компаний. В этот раз мы собрали 6 компаний. К сожалению, две наши команды, которые постоянно с нами участвуют, не смогли в силу каких-то объективных причин принять участие на этапе волейбол. Но все-таки мы объединили 6 команд, которые отыграли у нас в 3 группах по 3 команды, после чего уже сражались на этапе плей-офф. Весьма интересно и неожиданно бежать. Ребята все борются, стараются, и все так по-душевному, очень прикольно. Команда большие молодцы, что пришли в это воскресное утро, раненько, все собраны, настроены на позитивную игру. Хороший этап, все ребята настроены, видно, что многие готовились. По моему мнению, много легионеров. Ну, то, что как надо, все хотят выиграть, это хорошо. Когда ребята молодые, которые не очень владеют техникой игры в волейбол, а все-таки встречаются в выходной день и играют в эту замечательную игру. Я считаю, что это здорово. Некоторые игроки заболели, поэтому не всем удалось сегодня прийти, не в том составе, который мы хотели сначала, но все равно все большие молодцы, поэтому гололеду мы пришли в целости и сохранности. Играть в волейбол, заниматься спортом, как девочки, так и мальчики. Поэтому сегодня у нас 50-50, то есть 50% это мальчики в команде, 50% девочки. Ну вот, в следующей игре вы увидите большую часть девочек. Как и в предыдущих двух этапах, которые были боулинг и настольный теннис, волейбол, команды проявили себя также на высоком уровне. Были даже такие моменты, когда команды из других подгрупп поддерживали своих коллег из других команд. То есть атмосфера была очень хорошая. И более того, очень повезло с погодой, несмотря на то, что мы проводили в закрытом помещении. Солнышко скрасило зимние холодные дни. Вот то, что 12 играют, а еще 60 за площадкой болеют, это тоже здорово. Это хорошая энергетика, это хорошее настроение, это хорошее впечатление. Ну, в общем, молодцы, что организовали такие соревнования. Знакомые лица есть, да, это очень приятно, и просто смотришь игру, переживаешь, когда даже просто сидишь на трибуне, присматриваешься кому-то, там, видишь уже, как играть против кого, и какие-то мысли.